5 сентября в оздоровительном лагере имени Островского в Китовском районе прошел обучающий семинар для зауральских журналистов СМИ-2014, который был организован общественной организацией Курганское областное отделение Союза журналистов России. Я считаю, что качество наших зауральских СМИ достаточно высокого уровня. Это показал вот проект ТОП-10, который взметнул наш Долматовский монастырь на такую высоту. Поэтому в единении СМИ есть определенный резон, который позволяет решать в том числе и благие дела. Более сотни сотрудников редакции областных, городских и районных газет, телерадиокомпаний и пресс-служб могли выбирать необходимые для себя занятия из целого списка авторитетных лекторов. По благословению архиепископа Курганского и Шадринского Константина в открытии семинара приняли участие сотрудники пресс-службы Курганской и Шадринской епархии. Я хотел поблагодарить всех представителей СМИ Курганской области за очень эффективное и плодотворное сотрудничество с Курганской епархией. Слава Богу! Вы освещаете все события церковные очень объективно, очень профессионально. Вот это заслуживает всяческих слов благодарности. Почетным гостем, открывшим семинар, стал глава города Кургана Павел Кожевников. Он вручил благодарственные письма администрации города Кургана лучшим представителям зауральских СМИ. Давайте побольше позитива. Народ уже устал от негатива. Давайте писать про наших замечательных людей, талантливых людей. Но Курганская земля всегда славилась нашими людьми. И вот я думаю, что чем больше мы будем говорить, тем больше, я думаю, уверенности в том, что все будет хорошо у наших людей. Василий Малухин, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру».